С вами канал «Стаблок о звездах». Лариса Гузеева улетела в Крым, думая, что восстановит здоровье и распрощается с лишними килограммами. Телеведущая выбрала дорогую детокс-клинику в надежде провести несколько приятных и полезных дней. Однако эта затея обернулась кошмаром. Гузеева оказалась в коммунарке в тяжелом состоянии. Капельницу в ногу, потому что вен нет нифига. Леся, прекрасная. Я уже второй раз у нее. 2 года назад была, и она меня запомнила, что со мной мучение. В общем, наркоманки бы из меня не вышло. Делитесь видео, пишите комментарии, жмите на колокольчик и подписывайтесь на канал.